Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. И перед тем, как начать смотреть это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы начинаем. И сегодня в видео мы будем стрелять с арбалетом с силой натяжения 120 фунтов и с этим же арбалетом, но с силой натяжения в 200 фунтов. Что ж, друзья, мы стреляем Doom Mini, силой натяжения 120 фунтов, и стреляем мы по лопате. Для начала мы возьмем обычную стрелу со спортивным наконечником. Так, есть. Пойдемте попробуем понять, куда мы попали. В этот раз лопату нам пробить не удалось, но отметина, в общем-то, внушительная. Даже можно с другой стороны на нее посмотреть. Хорошо так промяло. Ну, теперь давайте выстрелим с усиленным арбалетом. Doom Mini с усиленными плечами, сила натяжения 200 фунтов. Стреляем по лопате. Так, стрела, вижу, торчит. Наверное, мы тогда сейчас не пойдем. А сразу нет, давайте с этого же с усиленными. С бродхедом выстрелим по лопате. Посмотрим, что получится. Так, а вот это не пробило. Ну, вот теперь пойдемте глянем. Ну, как бы пробило, не пробило, но это вот, собственно, ну, стрела осталась жива. Зато посмотрите, какая прорезь у нас осталась от бродхеда. Вот, прям большая, мне кажется, ну, прям она очень большая. На самом деле, соизмеримо с большой арбалетной стрелой. Вот это, я напомню, мы стреляли из обычного Дума. И давайте еще глянем. Что у нас стало с бродхедом? А бродхед у нас чуть-чуть поменял свою форму. Ну что ж, друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на этот канал. До новых встреч! Все?